Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет интересный герой на обзоре. И сразу же будем проходить битву гильдии. Это у нас будет Минотавр, прокачан на максималку, ремочный вариант. То есть ремочка 9-9. Вот такая вот сборочка. Рунами у нас будет стоять пак. Может, сейчас железную волю поставим, посмотрим. Чем хороша ремка, то что вы можете поставить ему и оживу. Можно поставить ему железную волю, чтобы не станили. То есть вариантов очень много, плюс он сразу включается. То есть можно поставить психощит, все что хочешь. 10 секунд плюс 90% урона, плюс у нас от пакта будет еще дополнительно 150% урона. Ну и плюс победные 25. Вот такая вот у него сборочка. Сейчас посмотрим, давайте. Я сейчас его выставлю в рейде, как он бьет. Единственное, у нас не увеличили лимит целей, поэтому, скорее всего, даже если база будет пустая, ему просто будет, он просто не будет добивать одну или две цели. Так, огника мы оставим на добивашку. Так, тут мы поставим ремочку, чтобы юнитов посливать, если они будут. Так, Бигфута мы уберем, поставим сюда Хруна. Так, Хранитель у нас есть. Можно Фрейю, кстати, взять. На нее будем агрить в некоторых случаях. Так, вместо ее поставим дерево. Думаю, Купидон нам не нужен будет даже. В принципе, он и без бафа должен ударить нормально. Сейчас протестируем. Так, вот так вот. Вроде как бы все. Ну, еще возьмем Базурикса на добивание. Так, окей. Ну что, поехали. Будем пробовать. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так. Поехали. Выставим сейчас героев всех. Феникс стоит, есть. Анубис, Хрон, Фрея, Минотавра. Ну, давайте Минотавра вместо него поставим. Вот так вот. Поехали. Так, что у нас тут получается? Смотритель не дал ударить. Тоже еще одна из проблем. Ну так, 100% считает. Вроде нормально все. Так, еще заходик. Стоп. В принципе, вроде неплохо. Поехали на битву гильдии, будем смотреть. Так, 358, 57. 370, 72, давайте, так, юнитов нет, юниты есть, так, опять юнитов нет, так, Хрун сразу включается, отлично, есть стрелок только, ну, поехали, начнем с этого. Давайте попробуем просто чисто Минотавром хлопнуть сразу же. 100%, то есть даже бафа никакого не надо. Вы просто без юнита в раз-то можете проходить вот таким вот образом. Молчанку кинули. Неплохо, неплохо, мне нравится. Так, давайте тут кинем Фрейку, чтобы смотрителя убрать. 100% опять. То есть по сути даже бафы ему уже не нужны. Даже не надо качать ему новую. Не помню, как это оно называется. В общем, новый этот его прорыв, по-моему, если не ошибаюсь. Так, давай, 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 давай сюда. Отлично. Так, Анубис.
Ай-яй-яй, далековато забежали. Так, отлично. Чтобы нам тут подбежать так хорошо, чтобы Фрея... В принципе, Фрея тут не должна сейчас бить. Но у нас есть еще юнита. Ладно, пробуем еще разок. Надо юнита всех слить. Попробуем так, чтобы... Вот видите, смотритель бьет. Забор ломается, супер. Давай, давай, отлично. Вот сейчас мы тут юнитов должны убрать. Сделаем проход. Давай, в юнитов бей. Зачем в здание? Что-то мы перестарались. Ну, ударь еще разок туда. Не ударила она все-таки. Так, ну что у нас получается по зданиям? Есть и здание юнита. Ладно, попробуем сейчас пустить Минотавра. Ай-яй-яй-яй, Фрейка. Вот так вот даже. В общем, юнита выбираете, никакого бафа вам не надо. То есть без проблем. Просто налегке один Минотавр, ремочный вариант. Ничего сложного. Так. Тут нет. 367 370. Так, что у нас тут? А вот, кстати, есть Фрея. Сейчас попробуем Фрея на Фрею. Плюс Анубисом убираем юнитов. Анубис, давай бей. Куда ты побежал? Юнитов кто будет убирать? Блин, тут Анубис они и так затащили. Ладно, давайте попробуем перезайдем. Попробуем убрать только юнитов. Угу. Так, он тоже не уберет. Ладно, попробуем с другой стороны забежать. Сюда, если получится у нас, конечно. Ну, хотя Фрейя может и там сейчас утащить его. Посмотрите, тоже Анубис просто бесполезный получается. Так, хорошо, Анубис на Анубис. Значит, будем кидать так. Попробуем отсюда забежать. Вот, отлично. Так, еще заходик надо. Все, юнитов убрали. Можем от Фрейки сейчас вот сюда подтащить голубей. И просто Минотавра выбросить. Ну куда ты побежал, блин, ну? Тупой. Так все красиво сделали. Так, еще заходик. В принципе, с таким Минотавром, ну, я не думаю, что он там по зданию не добьет. То есть урона, как видите, здесь очень-очень много. Так, отлично, юнита выкинули. Ну давай, блин, в этот раз хотя бы правильно подлети. Все, отлично. Ну бей, куда ты пошел? Ну что с тобой такое-то, а? Вот так их. То есть, как видите, ребят, ну... По сути, уже игра дошла до того, что даже не надо там бафера и все остальное. Просто один Минотавр уже и так проходит все. Он и так, в принципе, проходил. Но ремка 9 плюс пакт, это уже 100% вариант, что вы сливаете все здания. Так. Еще, по-моему, у нас один топ.
320. Триста шестьдесят семь. Так, что тут у нас? Да, тут у нас все. Все просто изи. Опять словили молчак. В принципе, можно не выходить. Вот, кстати, вот смотрите, здание, да, есть. Заодно сейчас проверим. Так, ну немножко ты не туда бежишь. Вот, 100%. Все. Не надо никаких там... Можете еще его прокачать, еще там, ну, силу можно ему добавить за счет прорыва этого. Вот вся битва гильдии. То есть один герой соло без бафа просто убивает здание. Единственное, чтобы целей хватало. Все. 5700. Поехали. Посмотрим еще на подземке на него. Что он может на подземке сделать. Тоже очень интересно. Давайте мы на такую вот сюда забежим. Просто тестануть ради интереса, посмотреть, какой у него урон будет все-таки. Конечно, это 10 секунд всего лишь длится, то есть он максимум, что ударит, это два раза. Ну, урон, видите, в принципе, башни только не добивает. Все, дальше он уже будет бить. То есть, по сути, три залпа надо. Ну, у нас в здании осталось только таблетки. Не добил. Смотрите, чуть-чуть осталось. Даже 4. Ну, вот это все рандомно, в общем. В общем, такой вот герой. В принципе, смысла показывать где-то больше его я не вижу. Я вам показал основное, где он применяется. Давайте еще на экспедицию забежим. Посмотрим на экспи его. Ну, ремка, как по мне, это самый оптимальный вариант на сегодня. Так. Вот он у меня здесь есть. Интересно посмотреть, сколько он будет здесь выносить. 100. Немножко не того кинул. 100. Девяносто восемь. На одно здание больше получается. Возможно, быть и такое. Я не помню, сколько там сейчас зданий максимум доступно. Но все может быть. 99. Да, видите, осталась одна это. То есть одной цели просто не хватает. Где-то нету одной постройки. То есть, по сути, он выбивает, даже если взять экспедицию, тоже выбивает сотки. 100, 100. То есть, не надо больше ему ничего. Девяносто пять. А вот здесь Радуш, кстати, не добил. Странно. Ну, можно ему пэта поставить другого, и он добьет. Но все равно... А вот тут опять, смотрите, не добил Ратушу чуть-чуть. Непонятно, в общем. Даже такой вариант, один герой. Просто бегаете себе раз-два, раз-два, раз-два. Он все расчехлил. 99. Таблетку не добил. Странно. В общем, вот так вот, ребят. В принципе, максималка, можно еще немножко чуть-чуть ему докачать атаки. И в принципе все. Не знаю, что будет дальше. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.